середине мая в Амзе на улице Мира загорелся жилой дом. Спасатели пожарной части Амзинского лесокомбината прибыли на место уже через 5 минут. Тем не менее, уберечь от огня имущество сельчан не удалось. Пламя уничтожило кровлю и мансардный этаж дома, а также гараж, в котором находился автомобиль. Погибших и пострадавших нет. А 24 мая ночью возник пожар в одном из домов садового товарищества «Солнечный», расположенного на Красоувале. В результате пожара огнем уничтожен дом, баня и автомобиль, а также соседская баня. В связи с тем, что расстояние между строениями, расположенными на соседнем участке, не превышало 1 метра, огонь беспрепятственно распространился на надворные постройки. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – аварийное токовое явление электросети. В связи с наступающими праздничными мероприятиями хочется обратить внимание на безопасность их проведения. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий. В соответствии с 77 пункта постановления правительства Российской Федерации в населенных пунктах, а также на расстоянии менее 1000 метров от лесных массивов запрещается запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.